Слушайте, как... Rushing to grow up before you know. Stop signs denied. Милая, дорогая, незабвенная Наталья. Война ваша, навеки ваша, Алексеевская. Не помню, чтобы среди моих нежинских знакомых были такие красавицы. Хотя, постойте, какое знакомое выражение глаз. Неужели это Натали Дорошенко? Приключилась. В самый разгар вечера кинулся в косы. Весь мокрый, взъерошенный. Приглашает меня на танец и тут же сходу заявляет, что влюблен. Натали, я не могу медлить ни секунды. Умоляю вас, выслушайте меня и будьте снисходительны. Вы мой давний друг, вы должны понять. Но сейчас я вынужден просить у вас прощения. Я даже готов. Оказывается, он любит не меня, а какого-то загадочного незнакомого. Толком, что же случилось? Я безумно влюблен в другую. Это как гром, как буря, это стихия, Натали. Что? Я влюблен, Натали. И что, вам совсем не обидно? Чего же мне должно быть обидно? Напротив. Я даже рада, что начнусь от этой безнадежной страсти. Я не влюблена в любви. Откуда же ревность взяться? Какая добрая. А еще вирши эти. Ловить без промедления самую прекрасную женщину. Вот я же на вас и понимаю, что ошибки тут никакой быть не может. Доставлено по адресу, пожалуйста. Моя любовь, моя Харита, виновница тоски моей, моих мечтаний, вдохновений и поэтических волнений, и поэтических страстей. Это не Господи, 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 Господи.